Юрий Куклачев остается таким же ярким и улыбчивым артистом. Вот уже много лет он возглавляет театр кошек, где его питомцы демонстрируют чудеса дрессировки. Оставаться в форме и выходить на сцену артисту помогает спорт, занятия бегом и отжимания. При этом Куклачев старается не переусердствовать, признавая, что годы постепенно берут свое. «Я отношусь к возрасту с пониманием, а себя ощущаю все еще 35-летним, но организм, хочешь не хочешь, вносит какие-то ограничения», — рассказал артист. Впрочем, звезда цирка отмечает пользу не только физических упражнений. По его мнению, для того, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, необходимо всегда ставить перед собой новые цели. Как признается Куклачев, ему удавалось несколько раз избежать смерти. «Когда я вижу человека в возрасте, всегда спрашиваю, для чего вы живете? Просто дышать воздухом, есть, спать. Это не цель, тогда пойдет самоуничтожение организма», считает артист. «Я понял, что надо ставить цель. Вот я поставил себе в 50 лет цель создать школу доброты, и я создал. Потом у меня была операция серьезная, я мог бы уйти из жизни в 50 лет, но Господь не отпустил. Наверное, так сказал: о, каким ты делом занялся, у тебя благородная цель, живи». Школа доброты – это образовательный проект Юрия Куклачева, в рамках которого проводятся детские культурно-образовательные и развлекательные мероприятия под названием «Уроки доброты». Такие встречи артист организовывал в основном в школах, а затем обратил внимание на детские исправительные учреждения. Мужчина уверен, что доброта и забота о других станут гарантом собственного счастья. «Когда мне уже 65 стукнуло, опухоль появилась, еще недели две, и делать операцию было бы уже бесполезно. И опять Бог мне сказал: поживи, хорошим делом занимаешься», — рассказал дрессировщик. Возраст, по мнению артиста, условности зависит от внутренней установки человека. Запомните, нет ограничений, ни сексуальных, никаких. «Это мозг себе такую команду дает: ну, я все больше не могу». Можно уже в 40 лет быть стариком. «Когда нет цели, ты старик, а когда нет идеи, ты вообще дед древний, ты человек, лишенный продолжения жизни», — поделился Куклачев.